Всем привет! Сейчас происходит что-то такое непонятное. Значит, над нашим домом солнышко, ну, более-менее нормально, а с другой стороны уже гремит, и я слышу раскаты грома, и там небо черное-черное. Ну, сейчас, наверное, что-то будет. Ливанет дождик обещанный, который обещают нам уже. Вот смотрите, я поворачиваюсь. Слышите? Гремит. Вот там уже гремит. Вот оно, черное небо идет. И раскаты грома. Наверное, к нам придет. Вот черное-черное небо идет. Нам уже неделю обещают ливни, громы, молнии. Ну, наверное, сегодня так и будет. А с этой стороны все светло. Пожалуйста, небо светлое. Вот, солнышко даже выглядывает. Вот так. Вот так меняется погода на глазах. Прошло полчаса, и у нас пошел дождь. Слышите, как шумит? Вот так вот у нас дождик идет. Все затянуло. Течет крыша. Я тут на балкончике стою и наблюдаю. Вот так. Обещали, обещали, и дождик пошел. Наверное, это надолго дождик. Смотрю на свою вишенку. Вишен практически нет. Вообще. В этом году не будет вишни. В общем, погода, как и обещали, испортилась полностью. Погодка меняется. Все хуже и хуже становится. И... смотрите, вот такое вот уже течет, капает. Кошмар. Кошмар кошмарный просто. Реки воды. Опять, наверное, затопит мой огород. Не знаю, посмотрим, что это будет. Надолго ли это. Ну, вот такой вот дождь. Дождь идет. Вот он. Молния сверкает, гром гремит. Ну, слава богу, нет хоть ветра сильного. Слышите? Не знаю, слышно вам или не слышно, гром гремит. Потому что, когда сильный ветер, тогда еще и ломает деревья, что не есть очень хорошо. Небо затянуло, все серое-серое. Вот смотрите, какое небо. Пошла я на кухню готовить обед. Обед никто не отменял, кушать надо готовить. А дождик потихонечку пусть идет. Главное, чтобы он был не сильный, спокойный. Пока у меня варится борщик, и я тушу капусту с ребрышками, я вот вам хочу рассказать, что у нас вчера произошло вечером. Значит, наш Яша каким-то образом вылетел отсюда, и попал к нам в комнату. Сын заходит и говорит: Яша ходит по полу. Значит, я сейчас вам покажу. У нас вот здесь висит вот такая шторка, ну, чтобы они отсюда не могли никуда убежать. Вот тут такая вот шторка. Как он уже пролетел, я не знаю. Ну, в общем, он отсюда вылетел и полетел через коридор прямо в комнату. И там начал ходить по полу. Уже было поздно. Мы думаем, как же его поймать? А Кирочка уже спит. Я взяла небольшое, у меня была такая марля, я сверху на него набросила эту марлю, он ничего, спокойно, мы его, значит, принесли сюда, сняли эту марлю, он взлетает и опять на пол садится. Ну, тогда уже мы его посадили в клетку и сказали: сиди до утра в клетке, раз ты такой вот непослушный. Кира сегодня его тут гоняла с утра немножко, ну, сейчас сидят спокойные. Не знаю, что это с ним было.
Я говорю, а если бы вот так вот было открыто окно, там, мы там никогда не закрываем в комнате, все открыто, он же мог вылететь, и все. Как бы мы потом его поймали? Улетел бы, и там где-то бы его кошка съела. Вот Яшенька, видишь, какой ты непослушный мальчик. Чего это ты так решил вчера на ночь глядя нас потревожить? Вот такая у нас история вчера произошла. Тут у меня вот капусточка тушится. Здесь кипит бульончик на борщ, там зажарка уже готовая. Ну, пойду гляну, там уже, по-моему, дождь прошел, посмотрю, что там дождик нам сделал. Небольшой дождик моросит. Ну, сейчас глянем. Но, во всяком случае, он был такой тихий, спокойный. И немножко и цветочки подлил водичкой. Так, смотрим. Здесь все спокойно. Так, что здесь? О! Капает, капает потихонечку. Кстати, могу вам сказать, вчера искали мы этих фламинго, и так не можем найти, куда мы их положили, этих фламинго. Может, сегодня будем искать. Сейчас пойду воду солью, там вода в гамаке. Конечно, немножечко тут затопило, но она уйдет, эта водичка. Но не так, как в прошлые годы, вообще тут катастрофа прямо была. Сейчас пойду гляну, как там на мои... Ну, там должно быть все в порядке с цветами. Сейчас пойдем посмотрим. Да, тут все хорошо. Все нормально. Здесь мы спрятали подушки, чтобы их не намочило. Так, что тут? Все нормально. Ой, смотрите, мои вот ромашки какие стали уже высокие. Прям они как-то вот за один день раз и выросли. Должны скоро зацвести. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Тут сорняка много. Ну и портулак растет уже хороший. В общем, вот так вот все выглядит. Дождь пройдет, надо, конечно, тут немножко поработать. Дождь прошел. Розочки немножко тут осыпались. Я пошла и срезала вот такие вот пиончики. Сейчас поставлю на кухню. Они так пахнут, просто замечательно. Такой аромат. Духи духами. В общем, у нас опять хорошая погода. Дождем уже не пахнет. Вот сюда, смотрите, калачики поставила в землю, и они растут. И беленькие уже расцвели розочки. В общем, вот такой денечек у меня сегодня получился. И дождь, и солнце, и все на свете. Ладно, будем ждать завтрашнего дня. Завтра, может быть, что-то будет еще интересное. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока.